Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы хотим предложить вам программу из песен 30-х, 50-х годов прошлого века, которые исполняли такие известные исполнители, как Клавдия Ивановна Шульженко, Алла Баянова, Петр Лещенко, Леонид Утесов, Изабелла Юрьева. А вот дальше мы споем несколько песен из известного телевизионного фильма «Ликвидация», который снял режиссер Сергей Урсуляк, и в котором мне удалось сняться и записать песенки к этому фильму. А до этого в театре, где я работаю, был сделан спектакль, который так и назывался «Перед киносеансом». И один из актеров нашего театра позвал Сергея Урсуляка и предложил ему посмотреть спектакль. После этого Сергей Урсуляк быстренько позвонил своему оператору и говорит: «Миша, иди скорее, если ты хочешь поплакать, иди посмотри этот спектакль». И специально в сценарии этого фильма писал маленькие эпизоды, где я появляюсь с этими песенками. Мы их сейчас и споем. Саша, ты помнишь наши встречи? Ah!